Сегодня мы посмотрим на максимум, на пик развития домашних чипов. На лучший процессор Intel, который настолько силен, что даже немножечко деградирует. И китайский 12900HX, который вдвое дешевле своего настольного собрата i9-12900K. Рукастые азиаты наконец-то освоили выпуск мобильных инженерников на LG1700. Чипы стоят недорого, гонятся на чем угодно и легко настраиваются. А для большего эксперимента топовый китайский i9 мы протестируем на вот такой крохотной плате от Maxan с двумя модулями под ОЗУ. Почему это важно, на что способны такие китайские мутанты в сравнении с лучшими процессорами Intel, и стоит ли их вообще брать? Об этом обо всем сегодня и поговорим. На связи МК, разбираемся с потенциально лучшими процессорами на самом свежем сокете Intel. Поехали! Мобильные мутанты — это давно не новость. Инженеры из Поднебесной 5 лет назад освоили выпуск ноутбучных Skylake'ов под настольные 1151. Брать такие франкенштейны мы не рекомендуем. За те же деньги под апгрейд есть более интересный SS150, это было в прошлом выпуске. А сегодня мы говорим о свежачке. Секрет нового китайского успеха прост. На самом деле это даже не мобильные процессоры. Для топовых ноутбуков Intel выпускает чипы с индексом HX, которые поддерживают разгон и базируются на обычных взрослых кристаллах. В нашем случае это чип с релизным степпингом C0. В топовой версии он имеет 8 быстрых и 8 энергоэффективных ядер поколения Elder Lake. Такой полный процессор называют i9-12900HX. Он отличается от настольного i9 только порезанными частотами и теплопакетом. Существует и более простой i5-12600HX, у него 6 больших и 4 малых ядра, фактически это мобильный брат i5-12600K. Так что китайцы просто вернули мобильные чипы обратно в лоно сокета LG1700. Но обратите внимание, этот франкенштейн толще обычных процессоров. Опытные схемотехники использовали текстолитовую проставку и медную никелированную крышку. Биосы любых плат на 1700-м сокете из коробки поддерживают необходимые микрокоды, поэтому в теории чип работает по принципу «вставил и забыл». Самое главное, за этот 12900HX в середине августа на Али просят 15 тысяч рублей, в два раза меньше денег, чем за обычный i9-12900K. Сразу оговорюсь, цены, которые я называю, это цены в моменте, которые есть сейчас. Появилась тенденция удорожания железок сразу же после наших выпусков. Поэтому через какое-то время, возможно, эти процессоры пропадут, потом снова появятся, я думаю, по ценам еще ниже. Наш 12900HX приехал в красивой золотисто-черной коробочке с иероглифами. Все по-богатому. Китайцы явно хотят показать, что это серьезный удар по кокосам. Гравировка молнии, и как я сначала подумал, 10729 на коробке и крышке — это порядковый номер. Но на самом деле это адрес сайта, который никуда не ведет. Кто смог разгадать этот цифровой ребус, напишите в комментариях. В коробку не просто так положили пакетик с кривыми болтами и пластиковыми шайбами. Наш бутерброд толще обычных чипов, поэтому вставить и забыть здесь не получится. Предстоит модифицировать крепление процессора. Нужно выкрутить стойки сокета и немного их приподнять, установив по два кольца на каждый болт. Да, именно по два. Сначала я попытался закрыть процессор с одним на каждой стойке, потом потратил полчаса на восстановление загнутых пинов. Сокет — это очень нежная часть у LG плат, поэтому здесь будьте осторожны. Я рукожоп, и даже удивительно, что не обломал ножки, пока их выпрямлял. Почему было не сделать только одно кольцо потолще, зачем пытаться балансировать на двух, не ясно. Но в целом ничего сложного. Следующий нюанс — это разгон памяти. Мутанты поддерживают и DDR4, и DDR5, но китайцы, зная, что текстолитовая проставка кривая, настоятельно рекомендуют брать платы с двумя слотами ОЗУ. Я проверил 12900HX на сроки, и действительно, 4 модуля вместе вообще не поехали. А если оставить 2 модуля в привычных слотах,
тоже ничего не поедет. Их придется ставить в первую-третью дырку, а не как обычно во вторую-четвертую. Потому что чем хуже контакт, тем ближе к процессору нужно размещать память. Но в таком случае сигнальные линии будут в обрыве, поэтому на таких досках предел DDR5-4400 на скоростях в 60 ГБ в секунду с задержками под 90 наносекунд. И это проблема. 16-ядерный процессор точно не будет холодным, а большинство серьезных ATX-плат имеют 4 слота. Выход — компактные платы формата Mini ITX. В нашем случае это Maxan Z790 Aircraft. В комплекте удобная магнитная отвертка с хорошими битами, которые нам пригодились. Топовый китаец имеет металлизированный слот PCI-Express 5.0, 9 фаз ВРМ с отдельным вентилятором и хорошими радиаторами, 8-пин разъем на 300 Вт, поддержка памяти DDR5 до 7400, с ней мы выжмем все из китайского инженерника, сюда можно подключить 4 вертушки с десяток USB и быструю сеть на 2,5 гигабита. Но тянуть провод не обязательно, в наличии Wi-Fi 6E с вот такими выносными антенками. Мини-платы обычно всегда имеют 2 слота под ОЗУ, и найти топ-жир на Z790 с мощной подсистемой питания не проблема. Память тут действительно поехала неплохо. Взять XMP на 7200 без ошибок нам не удалось, но 6800 — отличный уровень. Выжили 90-100 ГБ в секунду при задержке около 65 наносекунд. Так что, Ryzen'ы, трепещите. И последний нюанс. Мобильные камни из коробки имеют очень жесткие лимиты. Даже топовый 16-ядерный i9-12900HX для толстенных игровых ноутбуков имеет теплопакет в долгую всего 55 Вт. Из-за этого частоты ядер в тесте Cinebench держатся на смешном уровне в 2-3 ГГц, а нагрев не превышает 50 градусов под трехсекционной водянкой. Результат в 17 тысяч попугаев, конечно, неплох, это уровень 12600K, но у нас тут номинант на звание лучшего Core i9. Самый простой выход — поднять TDP в официальной утилите Intel Extreme Tuning Utility. Она видит, что это разлоченный камень и дает крутить любые ползунки. Ставим теплопакет на 250 Вт, и наш i9 начинает дышать полной грудью. Большие ядра теперь бустят до максимальных в стоке 3,8 ГГц, малые до 3. Потребление в Cinebench под 150 Вт с температурой ниже 85 градусов. Теперь 21500 баллов. Это на 10% ниже стокового i7-12700K. Уже хорошо. Но нам нужно больше. Снова идем в XTU и крутим частоты вверх. Играем по-взрослому. Сразу же ставим значение на уровне 12900K. 4,9 по большим и 3,7 по малым. Не забываем про андервольтинг. Оптимальный уровень в нашем случае минус 125 мВ. Вообще, с мониторингом напряжений на мутанте беда. HW Info показывает VCore на уровне 0,6 вольт. Это вдвое ниже нужного, поэтому действовать пришлось на глаз. Итог тонкой настройки — почти 25 тысяч баллов Cinebench R23. Это на 10% ниже стокового i9-12900K. Проблема тут в тепловом тротлинге. Процессор постоянно упирается в сотню градусов при потреблении в 200 Вт, из-за чего реальные частоты ядер на 200-300 МГц ниже заданных. И дело не в охлаждении. Трехсекционная вода за 5000 рублей, конечно, не лучший вариант, но вот с i9-14900K она справляется уже на 310 Вт. Во всем виновата кривая китайская склейка с термопастой под крышкой. Да, никакого жидкого металла, как у оригинала. Максимальная экономия. Поэтому нет никакого смысла улучшать охлаждение. Разумеется, в играх потребление будет ниже, и процессор честно выдаст свои 4,9 и 3,7, но для тяжелых рабочих задач это явно не лучший чип. С 200-ваттным мутантом Maxan справилась играючи. После прогрева в Cinebench температура ВРМ не превышает 80 градусов. Для компактной Mini ATX-платы это отличный результат. Чтобы 12900HX не было скучно, мы нашли ему достойных соперников. i5-12600K за те же деньги не интересен, уже понятно, что он будет ощутимо слабей. Level Up на 1700 за 20-25 тысяч это i5-13600K,
ну или в моем случае его чутка разогнанный клон i5-14600K. У них тоже 8 малых ядер, но вот больших всего 6, зато они новее и частотнее, ну и ковыряний в сокете не будет. А финальным боссом ставим i9-14900K. Этот 24-ядерный монстр и близко не конкурент по цене, он стоит около 60 тысяч, но интересно проверить, насколько будет велика разница. Хотел бы я протестировать 14600K и 14900K в стоке, но с современными чипами Intel для этого нужен жидкий азот. Даже с андервольтингом на 125 мВ топовый Core i5 потребляет в Сайне под 250 Вт и греется до сотни градусов, но он хотя бы удерживает максимальные частоты в 5,3 и 4 ГГц. Результат по многопотоку аккурат уровень разогнанного мутанта, который стоит в 2 раза дешевле. По однопотоку более частотный 14600K впереди на 10%. Посмотрим, как это скажется в играх. А вот 14900K заставил меня вспомнить, где в доме огнетушитель. Как я сказал выше, процессор употребил 310 Вт и не подавился. Даже такого дикого количества энергии ему не хватает, чтобы удерживать максимальную частоту в Сайне, недобор почти 0,5 ГГц по большим ядрам, и это снова при серьезном андервольтинге в 125 мВ. Поэтому пробить 40 тысяч баллов мне не удалось, для этого видимо нужен крутой чиллер ватт на 500, ну или кастомная вода с радиатором от Жигулей. Зато крохотный Максан справился на ура. Жужжа кулерком в зоне питания, он и не думал тротлить, упор всегда был в водянку. 14900K приятно удивил только однопотоком. 6 ГГц позволяют почти на 20% оторваться от инженерника, для которого такой разгон нереален в принципе. В более новом Sinebench R24 картина повторяется. Мутант чуть быстрее 14600K по многопотоку, но на 10% отстает по однопотоку. i9-14900K снова уходит в отрыв, он на треть быстрее топового Apple M1 Ultra, правда и потребляет при этом в разы больше. А вот CPU-Z — это быстрый бенчмарк, процессоры не успевают в нем нагреться и начать тротлить, поэтому здесь мутант раскрылся в полную силу. 11500 баллов, на 10% больше, чем у 14600K. А вот по однопотоку ситуация обратная. i5 бустит на 400 МГц выше, что дает ему прирост около 7%. 14900 уходит в отрыв, 16 тысяч попугаев, в полтора раза больше, чем у инженерника. Пасмарк наш камень выдал почти 45 тысяч баллов. 14600K отстал на 8%, 42 тысячи попугаев. 14900K снова витает где-то в облаках, выбивая почти 60 тысяч очков. Это выше, чем результат 93% протестированных устройств. В тесте 7-Zip мобильный мутант выдал чуть больше 140 гипсов, это снова на 10% больше раздушенного i5-14900K. Архивация отлично параллелится, поэтому 24-ядерный i9 в легкую выбивает за 200 гипсов, в полтора раза обходя 12900HX. Ну и под конец синтетики игровой тест процессоров 3D Mark Time Spy. Мутант практически набрал 20 тысяч баллов и сравнился с 14600K. Бенчмарк считает, что два лишних ядра сравнимы с приростом частоты на 10%. 14900K снова ушел на золото, выдав 25 тысяч попугаев благодаря быстрому однопотоку. Но отрыв от инженерника ниже, чем в рабочих задачах. Все-таки даже сферический тест в вакууме понимает, что 32 потока играм не нужны. Итоги подведем в конце, переходим к игрушкам. По-хорошему, такие чипы нужно проверять с RTX 4090, но почку я приберег для 5090. Так что иногда придется жестко апскейлить даже в 720p. Мы проверяем возможности процессоров, которые слишком быстры для RTX 3080 Ti. Киберпанк отлично работает на разноядерных Intel'ах, с высокими настройками графики, Full HD и DLSS на ультрапроизводительность, инженерник способен отрисовать аж 190 кадров по бенчу. Он потребляет порядка 150 Вт. i5-14600K на 10% быстрее при том же потреблении. Ну а 14900K, как обычно, играет мускулами,
Он позволит комфортно бегать по Night City на 240-герцовом мониторе. Правда, только под водой. Его потребление доходит до 250 Вт, а температура до 90 градусов. Такими темпами компьютеры скоро придется запитывать от 380 Вольт. В Last of Us ситуация схожая. Порт хита Sony на ПК требует высокой производительности процессора и при этом легко нагружает работой даже три десятка потоков. Поэтому инженерник ощущает себя отлично. На низких настройках графики без упора в RTX 3080 Ti он может отрисовать больше полутора сотен кадров при потреблении в 170 Вт. Core i5 на 10 Вт холоднее и совсем чутка быстрее. 14900K снова где-то в стратосфере выдает 200 FPS при 230 ваттах. Синий Far Cry на Пандоре внезапно удивил своей оптимизацией. В кои-то веки Ubisoft действительно поработали над игрой. Инженерник смог раскрыть 3080 Ti даже в HD на минималках с FSR на ультрапроизводительность. И раз упор в карту, на всех трех процессорах кадры практически одинаковые, около 200 FPS. Потребление тоже снизилось. Без прогрузки локаций мутанты и Core i5 обходятся сотней ватт. Даже царский Core i9 изволил откушать всего 150. Геркон нам посоветовал Калиста протокол как уничтожитель процессоров, но на практике игра унизила RTX 3080 Ti. А ведь всего 3 года назад это был топ-жир для богатых геймеров. Снова HD с минималками и кадры временами улетают за 300. Вот зачем нужны 360-герцовые мониторы. В те редкие моменты, когда упора в GPU нет, процессоры снова расположились по однопотоку. Инженерник хуже всех, серебро у Core i5 и золото у i9. Но в любом случае, мы говорим в среднем о 200 FPS при сотне другой ватт. Разница между чипами не превышает 10-20%. А кто на самом деле унижает любой процессор, так это побег из Старкова. Вечная бета на Unity долбится в одно ядро, и даже на свежих Elder Lake'ах при 5 ГГц умудряется просаживаться ниже 60 FPS с легкими фризами на карте «Побег из Старкова». 14900K, похоже, единственный чип в мире, на котором можно стабильно получить 80-100 FPS. Зато потребление у i5 всего 60 Вт, а оба Core i9 укладываются в сотку. Forza не очень хорошо оптимизирована под многопоток, но зато отлично распоряжается всеми доступными ресурсами видеокарты. Full HD, высокие настройки и DLSS на ультрапроизводительность. Мы снова видим упор в 3080 Ti при 200 FPS на всех трех чипах. Потребление инженерника и i5 держится в районе сотни ватт. Его величество 14900K временами кушает под 200. Говорить о каком-то дискомфорте геймплея здесь не приходится. Наоборот, игра порадует владельцев даже быстрых мониторов. За последний год сразу несколько компаний показали свои OLED-мониторы на 480 Гц. И теперь мы знаем, где их можно использовать на всю катушку. Total War 3. Она отлично нагружает даже пару 14-ядерных Xeon'ов. Поэтому два десятка потоков Elder Lake используют по максимуму. Full HD на минимальных настройках графики мы снова получаем упор в 3080 Ti с какими-то бешеными FPS'ами в 500-700 кадров. При этом, на удивление, сильно греется только Core i9 при потреблении под 200 Вт. Мутанту и i5 вполне хватает 100-120. В PUBG сложно постоянно оказываться в одних и тех же местах с одинаковой погодой, но я думаю, уже и так понятно, что с киберспортом у топовых Intel Core вообще никаких проблем. Все три чипа легко выдают за 200 FPS и нередко притрагиваются даже к 300 кадров. При этом потребление прыгает от 100 до 150. В проигрыше придется винить интернет и команду. Вообще, я люблю киберспортивные игры за их упор в один поток. Так тестить топы гораздо приятней. В Доте мутант грузится всего на четверть с потреблением в сотню ватт. RTX 3080 Ti тоже прохлаждается с половиной нагрузки, а кадры при этом улетают за 200. В CS2 на том же движке ситуация еще лучше. FPS прыгают от 300 до 400 на высоких Full HD,
Проц прохлаждается при третьей загрузке, играть комфортно, но мне это все равно никак не помогает. Ну и под конец танки. Ладно, картошка отлично работает даже на процессорах из позапрошлого десятилетия, ну и возможности 12900HX она оценила по достоинству. Я не знаю, кто в здравом уме будет покупать такие камни для танчиков, но сносить башни тут можно при 300 кадров, без малейшего намека на фризы или какие-то лаги. Стройка, кстати, в инженернике тоже активна. Это обычно Intel UHD Graphics на 32 блока, как и в других десктопных Elder Lake'ах. Для игр она не подходит, но серфинг и даже видео в 4К на YouTube тянет она без проблем. Китайцы в очередной раз смогли и выпустили буквально лучший процессор за 15 тысяч рублей. В среднем он выступает на уровне Core i5-14600K, который в полтора раза дороже. В играх мутант немножечко слабее, в рабочих задачах чутка быстрее. Но в любом случае мы говорим о чипах, которые с запасом вытащат даже RTX 4090. Конечно, 14900K уходит в отрыв, но ценой всего. В рабочих задачах ему мало 300 ватт, в играх, чтобы нащупать разницу, приходится спускаться к HD и апскейлерам, а за его стоимость можно собрать добротный ПК на каком-нибудь 12400. Проблема еще в том, что большинство нормальных плат идут с 4 слотами под ОЗУ, которые на мутанте не едут. Конечно, можно выкрутиться и взять вот такую мини-ITX доску с 2 слотами и хорошей зоной питания, но это все костыли. Я не могу себе представить человека, у которого есть 150 тысяч на карту, 30-ник на материнку, еще штук 15 на водянку, и при этом он будет специально подбирать компактную материнскую плату и сидеть крутить вот эти вот шайбочки. Вместо того, чтобы добавить 5000 до какого-нибудь i5-13600K и забыть о всех проблемах. Под апгрейд такой мутант тоже не лучший выход. Даже в играх он потребляет под 150 ватт. Дешевые доски и кулеры из-под i3-12100 или какого-нибудь i5-12400 такое ему не простят. Использовать мутанта для вычислений тоже рискованно, это все-таки инженерник с проблемами мониторинга, посаженный на переходник где-то в подвале свободной экономической зоны Китая. Как он поведет себя в долгосрок, в работе, это еще вопрос. Так что я назову 12900HX лучшим процессором для экспериментаторов. Если ваши вкусы специфичны, вы работали с мобильными инженерниками на Skylake'ах, собрали множество ПК или просто хочется потрогать что-то необычное, за свои 15 тысяч это интересный камень, который после настройки и при должном охлаждении станет лучшим решением по FPS за рубль. Ну а всем остальным я рекомендую или сэкономить вдвое и собирать на 12400, или же сразу же брать 13600K, если речь о дорогом ПК на процессорах Intel. Кому интересно, ссылочки на вот эту плату и на процессор будут в описании, если их, конечно же, не раскупят. Там же в описании ссылка на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, где мы ежедневно публикуем интересные IT-новости и вот такие вот рейтинги процессоров и видеокарт, недавно вышел свежий. Подписывайтесь, обсуждайте с нами IT-новости и жду вас в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.